До премьеры осталось совсем немного. Ну и где? Ну и где? Давайте. Ну и где? Ты клоун, это ты клоун. Иди нахуй, ты клоун, узбек. Узбек, это ты клоун. В смысле, блин, мне какой-то узбек в чате пишет, что я клоун. Ты клоун, иди нахуй. Скачил с ником узбека. Forspoken 2, let's go. Forspoken 2, let's go. Bloodborne ремастер. Чё, где, блять? Нихуя. Субтитры. А русских субтитров-то и нету. Все, поехали. Еще один отчет, блядь. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты Battle.net и PlayStation. Пополнение мобильных игр напрямую. Все это и многое другое на донатов.net. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет, донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. Я не буду себе Яндекс браузер ставить. Hi everyone. Всем привет, я Асад Кизибаш, глава продукта PlayStation Studios и глава PlayStation Productions. Я здесь, чтобы встретить Firewalk, новых членов семьи PlayStation. Это одни из самых талантливых разработчиков в нашей индустрии, с отличным опытом с мультиплеерными играми. Мы анонсировали их первую игру Concord, и сегодня покажем вам первый геймплей внутри движка на PS5. Спасибо большое. Сейчас мы покажем вам крутых персонажей во вселенной Конкорд. Ну-ка. Firewalk. Кратерный город. Задача перехватить синего дружищу, принято многими людьми. Блять, женщина, ясно, повесточка ёбаная. О, музыкальный автомат. Это план был не таким. Блять, ладно, мне падает переводить. Они слишком быстро говорят. Короче, Стражи Галактики практически. Сказали, будет геймплей внутри движка. That was not the plan. Technically, it was a plan. It just wasn't the same plan that we started with. If we don't leave with this blue button... Amar! We will. We will. I'll be waiting outside. No one moves. We'll be taking this off your hands. What? This? Funny. Это на движке? Нет, чел, это очевидный CGI. Это очевиднейший CGI-трейлер, блядь. Я спасибо за спонсорку. То есть, типа, разные персонажи с разными способностями. One off. This is you. Ебать, робот-пылесос. I am developing a taste for destruction. Goodbye.
Бля, после Апекса в каждой игре должен быть смешной робот. This would be a very dishonorable way for us all to die. Don't worry, nobody's dying dishonorably. And also, we're bringing this back with us. Hey, hey, Mark, what are you doing? Getting us to the rendezvous point. Ты что? Perhaps we should have let go also. Enough. Do not dare. Well, we were supposed to stick together. If you let go, I swear I will bring you. Oh, look, there they are. Hi. What the? I am glad you avoided a dishonorable death. Almost dying is the best way to learn how not to die. Or something. I knew this was gonna work. This wasn't the plan. Gameplay будет. This wasn't the one we started with. All right. Another satisfied customer. Goods delivered. I sent everyone their cut. Ooh, yeah. So do you, like, carry it around with you for emergency bland situations or whatever? Hey, Mara. Hmm? Don't joke about something like this. Our next job is somewhere with less scaffolding. We'll have no scaffolding. Zero scaffolding. I promise. We were apart for so long. I thought I'd never feel your fiery embrace again. You sound ridiculous. Погоди, это мультиплеерный шутер. Они сказали, что... Короче, они сказали, что все это на движке. Но... Типа... Конкорд это 5 на 5 first-person shooter в sci-fi вселенной галактики Конкорд. С момента, как вы залогинитесь в часть Северной Звезды, группы наемников, которых называют фриганеры. Фриганеры — это те, кто достаточно удачлив, чтобы летать по звездам. И вы будете сражаться против других команд фриганеров. Вот первый взгляд на геймплей Конкорда. Free gunning. It's hard work, but it's our work, and we don't take it for granted. Being a free gunner means, well, you're free. Right on target. Yeah, you better. Короче, это Overwatch, блядь. Free gunners have a shot at making something of themselves. Хотя... A chance to be someone. All right. Ну, то есть это hero shooter от PlayStation. Где у разных персонажей разные способности. Есть танки, есть типа летающие челы, ДПС, я так понимаю. And in the wilds, it's anyone's game. You won't survive on your own. Target blinded. Finally, to battle. Endless rage! We risk our lives every day to do the job. I'll clear the way. Ну, короче, Sony сделали свой Team Fortress. Time to show them the big guns. That's me. This crew will go anywhere. Take any job. Face any enemy. We're the free gunner crew of the North Star. And together, we're going to make. Не, ну это может быть прикольно, но типа. Я не знаю, я. Это вряд ли будет такой же успех, как Helldivers 2, скажи прям. Я думаю, что вряд ли. Вряд ли это успех на уровне Helldivers 2. С Конкордом мы делаем то, что умеем. Это делаем хорошо сбалансированный FPS, в который приятно играть. Мы хотим создать хорошую основу из геймплея для точной стрельбы и экспрессивных способностей. Мы играли в стратегии, играли в файтинги и хотим асимметричных персонажей, которые разнообразят геймплей.
Мы хотим абсолютно разных персонажей, которые будут давать интересные комбинации, позволят игрокам играть по-своему и создавать свою магию. Не только в прямых столкновениях. То есть мы будем получать какое-то снаряжение, которое можно будет использовать в нескольких раундах в течение матча. Добро пожаловать. Создавать стены или как-то менять карту, чтобы мешать противникам. То есть можно будет... Да, это же музыка на Overwatch похожа. У нас есть мистики, медики, роботы. У каждого своя уникальная персональность. Каждую неделю, когда вы будете заходить в Concord, вас будет ждать новый синематик, который бы позволит показать персонажей вне их работы. И там будут сюжетные арки, которые будут развивать персонажей и их историю в расширенной вселенной Concord. Каждую неделю новый синематик, ранняя бета в июле и релиз 23 августа 2024. Блять, мне так жалко эту игру. Мне так жалко эту игру. Типа, зачем нам еще один Overwatch, блять? Зачем нам Overwatch для бедных? Когда и так же в Overwatch не хочется играть. Че, стрим умер? Ты же понял. Но он возродился, нет? О, стрим возродился. God of War! God of War на ПК! God of War на ПК! Ебать, God of War на ПК! We don't really want war. Do you, Kratos? Ебать сюда! The prophecy say Fimbulwinter leads to Ragnarok. Unlocked frame rate. Unlocked frame rate сюда нахуй. You will die, Kratos of Sparta. Death can happen. Интересно, когда? When it burns me. Odin's got tricks up his sleeve. Ебать, супер ультравайт, это 32 на 9. Вальхалла DLC, ну, блин, странно было бы, если бы его не было. Охуеть, сюда, нахуй. Бета-тест закончился. Так, а когда? 19 сентября уже. Ебать, это, я думал, в следующем году. Pre-purchase можно предзаказать. Ну, только в странах для людей первого мира, я так понимаю. Где что? Блять, это была не шутка? Last Remnant? Это была не шутка? Soldiers and officials alike. Это было... А, фу, блять, это Dynasty Warriors. Блять, значит, сливы подтвердились. Фу, я уже думал, это Last Remnant. Неиронично его прошел. Да, Dynasty Warriors. Men are powerless at the feet. Я думал, эта серия сдохла. But even so, someone must act. И они, кстати, движок прокачали. Короче, если вы не знали, Dynasty Warriors — это игра про каких-то китайских генералов, и там большие битвы, в которых один чел, за которого ты играешь, выносит тысячи вражеских солдат. Dynasty Warriors Origins, coming 2025. Ну да, Смута 2. Ну это Мусоу, да. Что за игра? We were really transported to Miraland. Miraland. The path of a stylist is never easy. Stylist. So, are you ready for it? Путь стилиста?
Ready. Это игра для девочек. Сука, это игра для девочек. Блять, Sony, сука. Вот с осенью только ПК-порт выходит. Может, анонсируйте под что-нибудь? Нет, держите нахуй кетшин, ёбан. Выглядит лучше себя, чем принцесса Пич. Там была, ебать, принцесса Пич. Это игра для мужиков. Тест. Q3. Бля, если это еще и гача-помойка, это будет ультра смешно. Stars. Что за Infold? Это кто вообще такие? Это какой-то типа издатель. Shields. Звезды поля. I have seen the miracles you so claim. Че, блядь? Типс Воркс, какие-то ноунеймы. Until the towering shadows vanished. Что-то китайское, что ли? Какая-то китайская хуйта. I pray for their grace, but all that came were inferior shades. Why do we have to bear the consequences of such power? Time. Это китайский Dark Souls? Mortality. Очередной Souls-like? Что это? These essences shall not fall into your treacherous hands. Wayward emissaries, grant us the forgotten miracles. Rain fire from above. This desolate land. They killed the dream. Мне интересно, столько китайских игр постоянно анонсируют. No matter what happens, we did not betray the twin. Ballad of Antara. Я никогда не помню, чтобы эти игры выходили, или чтобы они кто-то говорил после анонса. Следующее, так. Sky Dance Begemot. Skydance Games. А, это VR-игра. Окей, ладно. Для PlayStation VR 2 и PS5. I thought I could be a hero and break the curse. But I was a fool. Для VR-игры выглядит иронично неплохо. Вот, создатели Walking Dead Saints and Sinners. Это, по-моему, одна из лучших вообще VR-игр. Ебать. Как же круто, что эта хуйня эксклюзивна для PSVR 2. Просто замечательно. The poison in my veins begs me to kill. I'll put you in the ground. Блин, выглядит очень круто. The power of our God is immeasurable. Thought I could be a hero. But heroes don't survive the Forsaken Lands. Не выглядит охуенно. Only monsters do. Выглядит охуенно. Но, блин, я не хочу PSVR 2 покупать. Так, блять, еще одна игра для PSVR 2. Не, ну слушайте, ну давайте, как бы, ну, люди, которые на PSVR 2, им тоже хочется в игры поиграть, поэтому...
не будем выебываться слишком сильно. О, игра про чужих. Alien Rogue Incursion. Coming to PSVR 2, Holiday 2024. Йо, спасибо за подписку на Boosty, Шмыги. Спасибо большое. Так, что у нас дальше? Привет, я Шой Бенсон. Я вернулась на State of Play, чтобы показать вам больше тайтлов, которые идут на PlayStation. Начиная с крайне ожидаемого PvP-шутера, который скоро будет на PS5. Highly Anticipated PvP Shooter? Anticipated кем, блять? Кто Anticipated? Кто ждет, блять, эту Overwatch по Marvel? Кстати, его делает NetEase. То есть они отсорснули эту хуйню китайцам. Бля, я чувствую лютую донатную помойку. Блять, ну, типа... Ну, как бы Конкорд хотя бы скрывал, что это копия Overwatch, но вот это... Типа, guys... Нихуя, это что, разрушаемость? Блять, это же буквально копия. А, там будут комбинации разных персонажей, типа Человека-паука и Венома. Но то, что вот сделал Старлорд, это же буквально ульта Рипера. То, что он начинает стрелять во все стороны. Они буквально, блять, просто ульту спиздили. Marvel Rivals. Okay. Let's see how mankind has conquered space. У PlayStation уже есть уникальный скин Человека-паука, круто. Это китайский Секира. Блин, мне кажется, трейлеры китайских игр Sony очень любят, потому что им есть чем забивать свои презентации. Они такие, бля, китайцы, нахуярьте нам еще 10 трейлеров, игр, которые никто не вспомнит после презентации. Они такие, да, окей, хорошо. Ладно. No problem. О, PlayStation Studios что-то сделали. Hello, friends and fans. I'm super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. Блять, Sony. Вот это такой типа, PlayStation, Sony. Можно, пожалуйста, новую игру? Они такие, да, держи. Мы Until Dawn, блять, ремейкнули. Зачем-то, хуй знает зачем. Мы сделали ремейк игры, которую ты уже проходил. I feel like someone's watching us. Мне кажется, она выглядит хуже, чем оригинал. Типа... Майк, Эмили? А нахуя? I don't want to make hasty decisions that get everyone killed. No, no, no!
We should stay put right here until dawn. Он сказал название игры. You can't let me die. А зачем? Coming to PS5 NPC Fall 2024. Они, по-моему, оригинал из стора убрали, чтобы вы не могли в оригинал поиграть, чтобы оригинал не могли купить. И сделали, типа, новую игру. Path of Exile 2. Бля, это... Вот это действительно не презентация, разочарование ебаное. Sony просто сказали, ладно, мы сдаемся в этом году. Sony просто реально забила хуй. But each day descends further into madness. Famine and plague besiege us. The very earth is being poisoned. The Count's men, once our protectors, have turned us. And now, they come. Не, они просто Path of Exile 2 на PS5 переносят. I must be the one to face this nightmare. No noose this time. I'll remove your head myself. But I need not do it alone. О, можно играть в сплитскрине. Нет, даем на одном экране. Кроссплей? Круто! Кросс-прогрессия? Path of Exile 2, Early Access Late 2024. Круто. О, Silent Hill 2. Excuse me. I'm sorry. I was just... It's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. I'm looking for Silent Hill. I think you should stay away. This town, there's something... wrong with it? Is it dangerous? Maybe. I'll be careful. I'm not lying. I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. No. You shouldn't be here. Look at that. Выглядит странно. I'll be good, I promise. Tell him I'll be good, please. Please. 8 октября. Дата релиза уже есть. Ебать. На PS5. На PC, я так понимаю, не выйдет? Это эксклюзив? Это выглядело довольно плохо. Capcom анонсировали эту игру в декабре. И сейчас я покажу вам первый геймплейный трейлер Monster Hunter Wilds. Heya! As soon as we find a good spot, we can get things set up and ready to go. And then we can get started.
This is gonna be great! You bet. I hope we find them soon. Как же трава пикселится. А, типа меняется погода или что? Вот шаф. Не, ну графон, конечно, сасный. Движок Resident Evil делает свое дело. Now commencing the hunt by order of the guild. Ну, классический Monster Hunter, короче. Но, блядь, графониста. Охуеть, как графониста, респект. Монстры реально страшные. Типа не огромные. Ну геймплей, я так понимаю, с PSP не менялся. Геймплей абсолютно тот же самый, блять, я сейчас буквально как будто анимация еще с PSP. Блять, это буквально. Буквально PSP-шная игра. Не, ну это заебись. Эта серия себе не изменяет. Ну, обычный Monster Hunter. Ну, ты, кто играл, в принципе, видишь, это, ну, та же самая игра. Ну, заебись. Заебись, что серия остается верной себе, она поэтому и стала успешной. 30 FPS? Ну, блядь, если она, надеюсь, не будет эксклюзивом консолей. Да. Классический геймплей Монхана. На PS6 поиграем 60 FPS. Блять, Астробот, серьезно? Это была не шутка? Блять, это на самом деле интересное решение. Делать сиквел для бесплатной игры на PS5, окей. Эта игра, по сути, была для рекламы контроллера. Типа никакой пиздатый контроллер. И они делают вторую часть. Это... Спасибо большое за подписку на Boosty. Отсылка на Uncharted, Journey. Короче, отсылка на все франчайзы, которые Sony не трогает 10 лет, окей, я понял. Такие даже отсылки есть.
Астробот. Coming to PS5 6 сентября. А типа в каком виде, как отдельный релиз? Сходите на PlayStation Blog, чтобы увидеть больше об играх, которые вы уже увидели. This global celebration runs through June 12th. With deals on PlayStation Store, там будут скидки, great new content PlayStation coming to PlayStation Plus, and much more. У вас нет ощущения, что нас наебали? Ну, прям так нормально. Так, нормально, блядь, наебали. Типа, когда Астробот выглядит лучше, чем все остальные игры на презентации... Конечно, да. Блять, это... Господи, я даже не знаю, как описать. Я не разочарован, потому что я ничего не ожидал. Но... Я разочарован, окей, я немножко разочарован. Окей, ладно, я довольно сильно разочарован этой хуйней. Не, конечно, можно дождаться еще Silent Hill'а, что мы, собственно, с вами сделаем, но... Блять, я... ожиданий не было, они все равно умудрились нас разочаровать, как вы хуй. Окей, God of War Ragnarok на ПК можно было анонсировать просто в Твиттере. Астробот — это самый странный анонс, но он выглядел лучше вообще, чем все остальное. У Sony банально нет игр на осень. У Sony нет нахуй игр на осень. Вообще никаких. То есть Sony в 2024 году Sony не выпускает ничего. То есть Concord, мультиплеерный шутер, выходит в августе. Астробот в сентябре. Что Silent Hill 2 это ставка на октябрь. Это то есть Silent Hill 2 это большой проект Sony в этом году. И все? Какого хуя? Даже, то есть, окей, прошло полгода с выхода Человека-паука. Почему нельзя там DLC какой-нибудь показать или что-то такое? Там про Карнажа, допустим, на которого было дохуя отсылок в игре. Почему? Где? Где все? Silent Hill 2 и на ПК будет? Я не знаю, не видел.